Всем привет! Сегодня 3 июля 2018 года. В предыдущем видео я рассказал, как переключиться с шпагата на сетку. И упустил маленький момент. Ну, не то, что упустил. Решил отдельно снять это видео по поводу того, как выставить количество оборотов шпагата на рулоне. То есть у нас это получается эконом-вариант. Чем меньше оборотов, тем экономнее будет шпагат у нас сохраняться. Так как у класс 46 не отличается экономией шпагата. Ну и вот в этом видео мы рассмотрим. Так, сейчас у нас включена сетка. Ну, ничего страшного. Сам механизм, то есть как переключать и схему, мы посмотрим. Значит, вот он, обмоточный механизм шпагатом. Ну, как заправлять, это все понятно, там схему я уже показывал. Итак, вот этот весь обмоточный механизм, шкивы, ролики, все как положено ставить. Значит, мы видим верхний ролик, так, два ручья, то есть переставляется. Здесь у нас ничего мы не видим, то есть как здесь больше нет ручья. А вот нижний, два ручья, и смотрим, здесь тоже два ручья. Всего у нас получается три ролика, которые могут регулировать количество обмотки шпагатом рулона. Ну и вот сама схема. Значит, 14 оборотов, 19, 17, 22. Так, верхний шкив на нижнем ручье. У нас он стоит так. Значит, самый нижний на первом. У нас стоит на втором. Значит, вот на первом 19, и здесь тоже на первом. Значит, у нас сейчас стоит на 19 оборотах шпагатом рулона. 19 оборотов, то есть сделает шпагат вокруг рулона. Значит, мы, ну, в дальнейшем, когда будем переходить на шпагат, естественно, этот, с этого ручья ремень поставим сюда, и здесь сюда, и получится у нас на 14 оборотов. Еще раз схему смотрим. Может, у кого-то нету. Стерлась. Вот она, сама схема. 4 варианта. Ну, вот и все.